Читаешь сказку? Почитай-ка нам сказку, Раулька, про золотое яичко. Давай. Яичко упало, мини-каша упал, яйцо упал, и мишка сидит, и кошка сидит, и бабушка, и чача сидит, бабушка сидит, чача, и мальчик сидит, чача, и мать на полу, полочь. Кошечка, яча, чувак и молодец. Чувак и муравей? Да. Какой чувак? Не чувак. Это не муравей. Покажи, что это. Вот это что? Не могу день. Это таракан. Это таканан. Таракан. Скажи таракан. Таканан. Так, дальше что случилось? Это опасно большой, не так и не опасно большой. Большой! Так, ну что, бабка плакала, дед плакал? Ну как нет, вот же они здесь плачут. Молоток разбили, Вот. а яйцо не смогли разбить, да? Нет. Не надо? Да, А что надо? это батик сидит, это соса, это мука, это мака, это мама, это мука, это мама, это мака, это мука. Ага, а дальше? Доба, тебе, папи, бабушка, тебе, бабушка, мама, яблоко, яблоко. Это кто? Собака. А это? Конь. Кто? Конь. Конь? Да. Какой конь? Нет. Это курица. Это курица. Дальше. А это кто? Бабушка. Бабушка Рая? Бабушка Яя. Да. А это? Тетя. Дедушка? Тетя. Нет, там кошка. Типа, Кошка? вот там кошка и курочка, и дядя, кошка и собака. Угу. А дальше? Я чего хочешь? Крячь почему? Хрящ и упала, да? Да. Хвостиком хрящ. Еще. Кучка сам и болтал эту туда. Что там случилось? Разбилось яичко. Смотри, дедушка, как плачет, бабушка плачет. Починю? Да. Ты починишь яичко, да, разбитое? А мальчик Саша, он не отбить нет яйцу. Починит, да? Да, это мой папа и бывает. И дочка, и тоже бывает. Это моя собака Жалко плачет. бабушку, да? Собака плачет, кошка плачет, кошка плачет, Все плачут, да? Кучка батит, кучка батит, кучка батит, кучка батит, кучка. Нет, не вини. Кучка батит, кучка батит, кучка батит, кучка батит, кучка батит, папа и собака. И мальчик. Ну, дальше что? Скажи, вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Скажи. Мальчик. Вот и сказки конец. Молодец. Моя дети. Я не скупая. И все.